Да, я снова проиграл. Я не знал, куда себя деть. Мысли изнутри съедали меня. Но, как говорил Великий, мы падаем, чтобы научиться вставать. Моим следующим соперником был пожиратель бургеров, и ко мне в голову пришла гениальная идея. Хочешь победить врага? Мысли как враг. Здорово! С вами я, Panda FX, и третий тур Кубка Фиферов, который, возможно, станет решающим на этом самом Кубке Фиферов. Поэтому сегодня я должен показать все, на что я способен. В качестве соперника, как вы могли уже понять, у меня будет Рома Рой. Непростой соперник, на самом деле. Не сказал бы, что это какая-то легкая прогулочка, учитывая мой скилл. И для меня любой... Человек, который плюс-минус умеет нажимать на кнопочки, это уже дикая проблема. Составчик у меня абсолютно тот же, но теперь я решил Мартинеза ставить на позицию центрального защитника. И получится, Ван де Бик у меня будет играть где-то в опорочке. Надеюсь, что хоть как-то мне это поможет. Составчик Рома Роя у вас на экранах, не стоит его недооценивать. Да, это самая слабая команда, с которой я встречался в этом Кубке Фиферов. Это FIFA, здесь возможно все, у него вместо Джека... Вроде как появился Калинич. К счастью, у него нет зеленого Каларова. К счастью, у него нет зеленого Хитаряна. Но у меня есть. Сейчас тебе этот молодой человек вообще не помешал бы, Ромчик, я думаю. Ну и давайте перед тем, как мы начнем матч, я на удачу солю вот этот вот состав на одного премиум кумира. И давайте так, если мне падает что-то играбельное, то я выигрываю. Если падает что-то неиграбельное, значит я снова проебал. Да, я понимаю, что это все звучит бредово, но почему бы и нет? Так, пак открывается, премиум кумир. Давайте, мне нужна играбельная карточка. Бразилия, да ладно, ПЗ. Слушайте, ребята, это более чем играбельная карточка. Это Карлос Альберто, наверное, один из самых лучших правых защитников в этой игре. Ну и также, если вы хотите приобрести монеты, не забывайте про мой сайт PandaCoin. Ссылочка будет в описании. Максимально серьезный настрой. Все, кровь из носу, я должен побеждать. Иначе все, Габелла, 0-3 я уже не отыграю никак. 6 миллисекунд, Рома. Так, с Ромой мы ни разу не играли, как вы можете заметить. Я даже не помню, как он играет. Я помню, он какое-то время в Викинг-лигу дрочил. Это все, что я знаю про него. Все, ребята, давайте лайкусик нажмем. Оставим какой-нибудь классный комментарий, чтобы подбодрить меня. И, собственно, начинается матчец. Так, перепасовочки в стиле Андрея Сипсканы. Пока он на своей половине чисто перепасовывается, ничего не происходит. Комментировать даже особо нечего. Ну, в общем-то, да, понятно. Он будет играть в медленной футболке, я понял. Так, Мхитарян. Медленно, но верно. Прошу заметить, Ромчик подходит к моим воротам. Опа, хорошо, Мартинес. Уже неплохо сыграл на позиции центрального защитника. Так, все, не нервничаем. Не нервничаем. Без нервов, спокойно. Идем в атаку. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Блять! Ну, вот сейчас надо было забивать по-хорошему. Я там уже делал ложный замах. О, какие передачи интересные, Ромарио. Просто охуеть. Дальше. Блять, да ебаный Жезус. Это что такое, блять? Хуя он подкаты стелит. Ай-яй-яй. Вот это может быть опасно. Это может быть опасно. Ох, навесики фирменные, навесики от Рома Роя. То, что я люблю. Ты чемпион по навесам, поздравляю. Ван де Бик. Бля, куда я даю, боже. Надо было как-то поразумнее сыграть, наверное. Бррр. Так, пока что вообще непонятно, какой матч по итогу у нас получится. Играем плюс-минус равно. Анана. Бля, что я делаю? Ну все, пизда, я тупой. Я тупой, ребята. Так. Как бы раскатать тебя, Рома Рей? Рома Рей, как бы тебя раскатать, блять? Блять, я не знаю, ну типа у него пиздец, игроков так много. Я не денчик фломастеров, который будет лупить со всех позиций. Я стараюсь как-то аккуратненько это делать. Так, ну блять, ну какая-нибудь открытая пространство, какое-нибудь открытое пространство должно быть. Хорошо, Ван де Бик! Блять! Пенальти! Хорош! Не знаю, откуда этот пенальти высрался, но он высрался. Так, Зиеш, иди сюда. Хорош! 1-0. Фух, выдохнули, блять. Третий матч подряд Зиеш первым забивает гол. Но опять же, этот гол ничего не значит. Просто играем дальше. Да, блядь, ну отобрал же мяч, блядь.
Как меня бесит эта игра в такие моменты, когда ты вроде как отобрал, блядь, два раза отобрал мяч! Два ёбаных раза отобрал, блядь! Пизда, блядь, выноси. Пиздец, блядь. Так, начинает гореть, ребята. Бля, как же он не догнал. Блядь. Хорошо, ладно. Успокоились, все окей. Матч под моим контролем. Так, медленно пытаюсь опять раскатывать. Блядь, я не туда давал, честное слово, я не туда давал, ладно. Так или иначе, мяч у меня. Зиеш, дальний. Блядь, как... Это что за хуйня только что была, блядь? У меня чувак просто, блядь, наебнулся. Боже, хорошо, что блин подстраховал. Не, это пиздец, этот Велтман, это просто какой-то цирк ебаный. Так, все, я играю в контроль мяча. Сори, я не тяну время, просто я пытаюсь вытянуть Рома Роя. Первый тайм заканчивается, счет 1-0. Плюс-минус игра на моей стороне, но, опять же, это FIFA, это я, это мои нервы, все возможно, ничего не исключаю. Блять, Смолинг, Смальдини, великий Смальдини, блять, делает какие-то невероятные отборы. Так, твою мать. Опасно может быть. Рома Рой что-то во втором тайме заряженный вышел, я смотрю. Прям заряженный. Посмотрите, как он играет, как он меня катает. Пиздец. Рома, сыграй, пожалуйста, как с Денчиком. Просто на отъебись. Так, без нервиков. Блять, без нервиков, я сказал. Блять, да как выйти, блять, из защиты? Сейчас Ромчик, наверное, думает, что я тяну время или еще что-то, бля, я не знаю. Вот такой отпас. На промаса, дальше. Промас, в ближний. Это тот с промаса. Он даже в створ, блядь, не попал. Нэрэш. Дальше. Ван... Ну, блядь, подойди к мячу! Нахуй ты от мяча убегаешь, дебила, кусок, блядь! Хороший мув, хороший, прекраснейший мув. Велтман, блядь, как ты здесь оказался? У тебя же, блядь, задача оставаться сзади, блядь, уёбок. Вижу. Промас, ну! Штанга. Я в ахуе, блядь, я просто в ахуе. Сейчас должен был, блядь, забивать промас. Ебучая, блядь, штанга. Ты можешь сыграть со мной в злую шутку, блядь. Как, блядь, этими чудиками забивать? Что за тотальное невезение, блядь? Это пизда, блядь. Ребята, срочно нужен еще один гол. Еще один гол срочно нужен, блядь. Такими темпами все может опять, блядь, превратиться в сценарий Сипскана, если я буду так проебывать моменты. Ну отбери мяч, блядь, ебучий Велтман. Отбери, саный, блядь, мяч. Хорошо. Блядь, что за пиздец? Две штанги. Ну что я здесь делал не так, блядь? Две ебучие, блядь, штанги. Бля, ну это пизда. Это просто у меня сейчас, блядь, нахуй нервный срыв будет. Вы чё, блядь, угораете надо мной, ебучая, блядь, игра. Это пизда, блядь. Только не говорите мне, блядь, что эта хуйня сейчас залетит, блядь. Блядь, срочно нужна пауза, срочно нужны замены, блядь. Это пизда, блядь, я б сейчас ёбнулся, если бы это залетело. Так, я выпускаю Бабеля и Альвареса. Альварес на позиции ЦП. Похуй, вообще похуй, блядь, мне нужно срочно оборонительную тактику придумать. Иначе это пиздец, блядь, 85-е. И такую хуйню, блядь, я творю. Два супер момента, блядь, две штанги. Это просто пиздец, блядь. 136. Нервничаю я чуть меньше, чем с Джеффом и Сибущем, но все равно это нихуя не нормальный пульс для человека. Так, выноси. Хорошо, блядь, и прям на ногу к сопернику. Я в ахуе. Каларов, иди нахуй. Блядь, ебать. Да вы что, угораете? Ребята, что за валидол на последних секундах? Я не знаю, блядь. Это просто какая-то проклятая команда. Почему я не могу, блядь, ни один матч спокойно выиграть? Пизда! Встречайте! Давай, беги, Бабель, свежий, блядь, только вышел. Ну! Блядь! О боже, две минуты, ребята. Просто продержаться 2 минуты, блядь. Я, блядь, у меня просто слов нет, блядь. Я не знаю, что говорить, как говорить, блядь.
Это просто, блядь, невероятно. Также не забывайте про мой промокод Пандос, который даст вам бонус на старте. У меня уже истерика, блядь. У меня уже истерика, ребята. Вы не представляете, как я в ахуе. Я, блядь, с двумя штангами, с моментами такими, блядь, умудряюсь играть ничью даже с Ромароем. Это пизда. Ну, чё, играем дополнительный тайм. Я в ахуе просто. Мне даже говорить нечего, я просто в ахуе. Я думаю, вы тоже в ахуе, ребята. Как и я. Ну, посмотрите, я отбираю мяч, а у меня чудик просто пролетает мимо него. Что в этой ситуации я сделаю, блядь? Ничего. А все, я уже какую-то хуйню творю. Все, блядь, нахуй, я буду играть прям до победного. До победного буду вводить мяч туда-сюда. В пизду, ебал я эту игру, блядь, ебущую, блядь. Блядь, ну это дурацкий пас был, наверное, но я рискнул. Это кто бежит? Это Каларов бежит, блядь. Как догнать Каларова? Конечно же, никак, блядь. Так, Ромчик все продолжает верить в навесы. Бля, он не добегает до мяча, блядь! Я ему пасую, он просто не добегает до мяча. Охуеть. Ебаные бургеры Ромароя, блядь. Так, у Ромароя Джека выходит, замечательно. Сейчас Джека меня разъебет, наверное, в одного, блядь. Промас! Бля, конечно. Прям в руки, блядь, Пау Лопасу. Кто это, блядь? Что за Пау Лопас, бля? Блядь! Что? Нахуй ты свистишь, блядь? Сука, блядь, прям у штрафной свист. Ну ты, блядь, кекаешь, что ли? Бля, ребята, я ни за что не хочу доводить этот матч до серии пенальти. У меня очень плохие ассоциации. Ну, Бабель, ближний. Хорош! Нахуй, Бабель, блядь! Забил тот, в кого я вообще, блядь, не верил, блядь. Бабель, блядь, сука. Вынимай, блядь, нахуй, Ромарой, блядь, пожиратель бургеров. Так, играем дальше. 2-1, это тоже, знаете ли, блядь, такой счет ебаный, блядь. Сейчас он еще один забьет и, блядь, доброе утро в серии пенальти, блядь. Поэтому надо бы, блядь, не расслабляться. Так. Штрафной. Блядь! Блядь, опасный штрафной. Хорош, это графика. Хорош, братан, промас. Ку-промас. Лети, 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 братуха. Лети, давай, давай, давай. Побеги, блядь, с Мальдини ебучего, блядь. Валяется, блядь, бомж ебаный. Ну! Дед! Дед! Вынимай, блядь! Вынимай, блядь! Дед! Поплыли нахуй, блядь! Чё, ещё один забьём? Чё, ещё один забьём, блядь? Ещё один забьём, блядь! Неужели это первая победа, ребята? До слёз, блядь! Ребята, ставьте лайк, если вы тоже плачете сейчас, как и я. Моя душа плачет, блядь, от охуения. О боже, это невероятно, я победил. Я победил, блядь. Ромарой, блядь. Ромарой повержен, блядь. Охуенно. Бля, такие приятные эмоции. Оказывается, когда ты побеждаешь, блядь. Зиеш, дай бог тебе здоровья, блядь. Что это, блядь, за хуйня? Ну ладно, тут прошло. Вот здесь, блядь, мяч еле катится. Еле катится. И тут ебаный, бля, кто? Кто там ебаный, бля, Мартинес? Да, Мартинес, который решил поставить на позицию центрального защитника. Просто, блядь, не дотянулся, блядь. Смотрите, он как будто специально, блядь, затормозил. Ебучий, блядь, индеец. И дальше что происходит? Дальше что? Просто Анана, блядь, очко свое раскрывает, блядь. Давай, нахуй, закидывай в мое очко, блядь. Куча инвалидов, блядь, ебаных, блядь. Ну и... Две штанги тоже в первом тайме могу не отметить. Но, бля, Бабель, это просто чудо-гений, блядь. Как хорошо вот здесь я ложный замах сделал и в ближний уебал. Ну и тут, конечно, гениальный мув Зиеш. На этот раз без штанг. Все, ребята, спасибо огромное за просмотр вам этого видео. Я невероятно счастлив, что я не в сухую хотя бы вылетаю из Кубка Фиферов. Ставьте лайк, если вам понравился этот матч. Как-нибудь прокомментируйте, мне очень важно. Эмоционально я просто сдох, блядь. Переходите к Ромчику, посмотрите на его эмоции. С вами был я, PandaFX, и всем спасибо за поддержку.